Мы можем изменить свою жизнь, приняв решение, но мы можем изменить свою жизнь, изменив свои вибрации. Один из первых шагов для духовного развития – начать относиться к энергии как к капиталу. Мы здесь воплощаемся для того, чтобы наслаждаться жизнью. Если ты поднялся на вибрации наслаждения, то в твою жизнь будут подтягиваться те события и те люди, которые будут реализовывать наслаждение. В высоких вибрациях не могут сущности находиться темного мира. Если ты делаешь духовные практики, медитации, как вот поглядывая на время, как будто для тебя это обязанность, это не засчитывается. Я думаю, что наша аудитория уже ознакомлена с тем, что в мире существует два вида вибраций – высокие вибрации и низкие вибрации. Именно от этого зависит даже уровень жизни человека. Почему важно поднимать свои вибрации? Очень хороший вопрос. Приветствую вас, Анастасия. Привет из солнечного Краснодара, из России. Вибрации повышать действительно нужно. И я в своей жизни обнаружил, что причина даже не одна. Ну, во-первых, да, когда мы повышаем свои вибрации, у нас становится больше энергии. И как духовный наставник, как тренер, я обнаружил, что все изменения в жизни людей, они энергозатратны. Как сказал один мистик, мы не можем изменить свою жизнь, приняв решение, но мы можем изменить свою жизнь, изменив свои вибрации. О чем речь? То есть, например, иногда люди говорят, я хочу купить себе новую машину, я хочу бросить курить, я хочу то, я хочу сего. А у него энергии не хватает даже просто, чтобы улыбнуться. Понимаете? У него энергии не хватает, чтобы улыбнуться. А для того, чтобы притянуть машину, для того, чтобы изменить свой образ жизни, нужна энергия. Все изменения энергозатратны. И для того, чтобы притянуть финансы, я не знаю, себе партнера хорошего. На все это нужна энергия. Поэтому первая причина, почему стоит поднимать свои вибрации, это для того, чтобы у тебя был профицит, не дефицит энергии, а избыток, профицит. И эта энергия тебе потребуется для того, чтобы для материализации желаемого. Чем больше у человека энергии, тем быстрее скорость реализации желаемого. Это первая причина, почему я считаю, нужно повышать вибрации. Вторая причина, потому что когда мы повышаем свои вибрации, мы перемещаемся в другие, скажем, модули своей реальности. И вот все, наверное, уже знают за этот закон притяжения. Многие смотрели фильм «Секрет», и эта тема популярна. Я не буду ее касаться, я скажу только одно. Что на самом деле закон притяжения, он не притягивает. То есть мы говорим «закон притяжения», но на самом деле он соединяет то, что вибрирует одинаково. Другими словами, если ты поднялся на вибрации наслаждения, то в твою жизнь будут подтягиваться те события и те люди, которые будут реализовывать наслаждение. Если ты подтянулся на вибрации любви, уверенности, то в твоей жизни будут те люди, те события, и ты так себя будешь чувствовать, что эта уверенность будет тиражироваться и увеличиваться. И наоборот, если ты на вибрациях страха, жизнь будет тебя пугать, люди будут тебя пугать, обстоятельства тебя будут мучить. Да? Если ты считаешь себя никчемным, то все на тебя будут там относиться как к мусору. То есть, другими словами, от твоей энергетики, от твоего вибрационного состояния зависит событийный ряд твоей жизни. То есть, какие события наступят сегодня и завтра, это зависит от твоей текущей вибрации. То есть, это вторая причина, почему я считаю... То есть, скажем так, быть на низких вибрациях даже невыгодно человеку, потому что все плохое будет к нему притягиваться. И, наверное, каждый, кто нас смотрит, подписчики и зрители, наверное, могут вспомнить такую историю. Когда он в плохом настроении, то сразу там и машина ломается, и деньги потерял, и куда-то наступил не туда, и поругался. Все плохое начинает притягиваться. И наоборот, когда ты в потоке, тебя прет, у тебя энтузиазм, у тебя из глаз искры, из ушей пар, и сзади мистическое сияние, и тебя прет, и ты как обкуренный бельчонок от энергии, да, в хорошем смысле слова, радостный, веселый, то у тебя все как по маслу идет. Да. И третья причина. Это очень важная причина для духовных искателей. Когда мы повышаем свои вибрации, человек может находиться в двух состояниях, в беспокойном уме и в раскрытом сердце. Когда мы повышаем свои вибрации, мы из беспокойного ума, из нашего эго перемещаемся в сердце. И мы через практики поднятия вибраций, через медитации, через мантропение, через молитвы, через созерцание, через дыхательные практики,
мы перемещаемся в сердце, и наше Высшее Я начинает активно взаимодействовать с Творцом, с нашими духовными наставниками. Мы перемещаемся в верхние миры. И тогда, когда мы туда перемещаемся, все наши проблемы, они становятся маленькими. Когда ты в уме находишься, ой, там что-то случилось, ой, там что-то сломалось, ой, там денег не хватает, ой, то. И ты уже как все, караул, жизнь не удалась. Но когда ты перешел в сердце, соединился с Высшим Я, с Творцом, вошел в этот, увидел эту целостность мира, увидел то, что Вселенная тебя любит, о том, что мир о тебе заботится. В этом состоянии ты понимаешь, что для тебя все всегда хорошо, что Бог, Он твой любящий отец, что Земля-матушка – это твоя мать, что ты вообще в шоколаде, и все самое лучшее приготовлено для тебя, потому что ты сын или дочь Бога. И в этом состоянии ты находишься в расширенном состоянии. И ты соединен со всей Вселенной, ты с ней вибрируешь на одной частоте. И самые лучшие опыты приходят в твою жизнь. Поэтому это очень важно, поднимать вибрации. Но я думаю, еще есть причины, но это вот главное. То есть выходим в расширенное состояние, притягиваем лучшие события, да, и накапливаем энергию для реализации. Михаил, а что такое вибрационное зрение? Вибрационное зрение – это, на мой взгляд, это такой следующий феномен. То, на каких вибрациях мы находимся, мы начинаем ощущать и видеть то, что вокруг нас. Я приведу пример. Вот у меня есть школа, где я обучаю духовному целительству, видеть ангелов, очищению от сущностей, раскрывать божественную природу. Да? И вот у нас на втором месяце обучение ангелы, а первый месяц – практики поднятия вибраций. И вот мы делаем практики поднятия вибраций первый месяц, и многие люди уже на первом месяце начинают видеть своих ангелов. Представляете, мы тему ангелы еще не начали, они начинают видеть. Почему? Потому что, когда мы поднимаем свои вибрации, это вот я на ладони покажу. Вот, допустим, это граница. Вот то, что выше, это высокие вибрации. То, что ниже, это низкие вибрации. Вот когда мы находимся на высоких вибрациях, мы вибрации поднимаем, то в высоких вибрациях очень много наших духовных наставников, ангелов-хранителей, вознесенных учителей. И мы просто вибрации подняли, они рядом. И мы начинаем их видеть и ощущать. И очень легко их увидеть. И очень благостно. Вы заметили, что человек, который в высоких вибрациях, с ним рядом хорошо находиться, приятно. С ним хочется обниматься. У меня были много случаев. Я в аэропорту сижу, готовлюсь к семинарам заранее. Там медитации, молитвы, мантропения. Сижу в аэропорту, ко мне люди подходили. Два раза было. Можно вас обнять? Вы какой-то родной. Почему это происходит? Ну, не только потому, что я приятный человек, да? Потому что, когда я на этих высоких вибрациях, рядом со мной в поле ангелы, рядом со мной духовные наставники, вознесенные учителя, любовь Творца. И наши души помнят это. Ведь мы, когда развоплощаемся, попадаем в дом душ, и мы с Творцом единое целое. И у нас есть вот это, мы скучаем по Творцу, мы скучаем по этим энергиям абсолютного принятия, любви, да? И когда ты делаешь практики поднятия вибраций правильные, ты в этих энергиях якоришься, и ты с собой их носишь. И люди это могут ощущать. Вот. Но это не совсем вибрационное зрение. Так вот, когда ты поднимаешь вибрации, очень легко увидеть ангелов, архангелов и светлых существ. И наоборот, когда ты в низких вибрациях, вот давайте мы представим, что мы стоим рядом с человеком, у которого на низких вибрациях. От него, ну, адом веет. И люди даже говорят, этот человек похож на ангела, а про другого говорят, он сам как демон. Почему? Потому что, находясь на низких вибрациях, он имеет связи с существами нижнего мира, они в его поле. И он буквально слышит их дыхание, у него мысли плохие, у него настроения нет, у него энергии нету. И вибрационное зрение – это такой термин, что если ты хочешь увидеть ангелов, духовных наставников, да, помощников своих хранителей рода, подняв свои вибрации, ты создаешь платформу, предпосылку, чтобы их увидеть. Но если ты живешь на низких вибрациях, ты будешь ощущать и видеть только темный мир. Вот что такое вибрационное зрение. То есть получается, что вибрационное зрение – это не просто даже видение, это даже ощущение других людей. И развивая его, человек может чувствовать, в какой среде ему хорошо находиться, а из какой среды лучше всего уйти и не присутствовать, чтобы это не имело никакого разрушительного характера на его жизнь.
Абсолютно, Анастасия. У меня есть дар сложные вещи объяснять просто. Когда я в школе своим ученикам рассказываю об этом, я говорю такой пример. Иногда у меня спрашивают: Михаил, вот мы выходим на связь с ангелами, а вдруг придет демон, а вдруг еще кто-то придет, ну, к нам. Я говорю, когда вы поете мантры, когда вы делаете медитации, молитвы, общаетесь с существами света, это, ну, пример такой, как будто вы едите сладкую овсянку, и вы привыкаете к этому вкусу. Ну, энергетически, вы привыкаете к этим вибрациям, к этому свету, и вы это ощущаете внутри, как вы сказали сейчас, ощущается это, да? И когда, если к вам придет другая сущность, это будет похоже, как будто прокисший суп. Но вы же отличите сладкую овсянку от прокисшего супа. И даже если эта сущность будет выглядеть как существо света, вы по энергетике. Человек, который регулярно практикует практики поднятия вибраций, в высоких вибрациях не могут сущности находиться темного мира. Он якорится, он знает это ощущение, это чувство, которое он переживает в расширенном состоянии. Да? И когда даже темная сущность, нарядившись белой, явится, он сразу это распознает. Это такая же будет разница, как вместо сладкой овсянки тебе дать какой-то прокисший гороховый суп, ну, к примеру. Да? То есть ты сразу поймешь, что это, ну, это не та каша, к которой я привык. Поэтому действительно, развивая это вибрационное зрение, ты будешь ощущать. Ты просто с человеком стоишь, и ты чувствуешь, что ты... Ведь мы не анализируем свою энергию. Один из первых шагов для духовного развития – начать относиться к энергии как к капиталу. Вот люди даже не отдают себе отчета. Допустим, я посмотрел эту программу, добавилась у меня энергия или ее убавилась. Вот я с этим человеком дружу, я после этого болею или я порхаю. Да? Я вот этим проектом занимаюсь, я потом лежу больной или я хочу обнять весь мир. Первое, с чего нужно начать духовное развитие – анализировать. Что мне приносят эти люди, это общение, это что мне приносит это занятие. Если это расширяет, если это дает энергию, это нужно делать. Если ты после этого болеешь, тебе плохо, ты чувствуешь не в ресурсе, это тебе уже сигнал большой, что надо от этого уходить. Поэтому вибрационное зрение позволяет ощущать, анализировать состояние своей энергетики и делать, принимать решения в сторону туда, где тебе будет хорошо, и где ты будешь еще больше и больше расширяться. Анастасия, у вас есть свое личное призвание, и у меня есть призвание, у каждого, у Сергея есть свое призвание, да, там, у Ильи есть свое призвание, у каждого человека есть личное призвание, у каждой души. Но есть еще общее призвание для всех душ, которое общее для всех. Мне это открыли свыше три общих момента. Мы здесь воплощаемся для того, чтобы... Наслаждаться жизнью. Любить себя и любить этот мир, и радоваться. И если человек живет так, что он не наслаждается жизнью, не любит себя и не любит мир, не радуется, он живет мимо кассы, он неправильно живет. Да, у тебя есть личное призвание. Так можно свою жизнь проверить, я правильно живу или нет. Поэтому, когда... ты общаешься с какими-то людьми или имеешь какую-то работу или занятие, и ты чувствуешь, ты там не можешь ни людей любить, ни себя, ни радоваться, и твоя жизнь не выстроена таким образом, что у тебя нет наслаждения, ты неправильно живешь. Наслаждение от Творца, радость от Творца, любить себя от Творца. Если человек не любит себя, он преступник. Если девушка не любит себя, она преступница. Потому что Творец ее любит, Вселенная ее любит. Это гордыня не любить себя. Ты вообще идешь в другую сторону. Поэтому практики поднятия вибрации помогают нам войти в состояние наслаждения, в состояние радости, в состояние благости. И таким образом косвенно помогают нам исполнить наше призвание. Ты просто будешь чувствовать, сюда я иду, энергия теряется, сюда иду, прибавляется, буду идти сюда. Возможно, есть что-то, что вы хотели бы порекомендовать нашим зрителям или сделать такое наставление для них? Да, я могу рассказать о практиках, да, поднятия вибраций. Вот я преподаю практики поднятия вибраций авторские, не такие, как, ну, необычные медитации, необычные практики. И сейчас я пару слов скажу о них и потом дам рекомендацию, самую простую практику. Да? То есть в чем особенность моих практик? В том, что я заметил, знаете что, что духовные искатели сталкиваются с такой проблемой. Ну, если очень упрощенно. Я целый день живу как попало, а потом мне надо выделить час попрактиковать духовно. Ну, и часто этот час не находится. И потом я живу как попало. Потому что мне нужно формально выделить час или полтора попрактиковать. Известная ситуация. Те практики, которые я преподаю в своей школе и которые я несу в этот мир, это практики, которые отличаются тем, что их можно
поднимать вибрации, не выделяя формально специального времени. То есть это, например, практика, которую вы можете делать, когда вы едете в общественном транспорте. То есть вы едете, и вы делаете практику, но никто об этом не знает. Или, например, вы идете по дорожке, и вы делаете практику поднятия вибраций. Или на обеденном перерыве. То есть они встраиваются в обычную жизнь, и вам не всегда нужно специальное время. И это очень удобно. То есть ты можешь в любое время, на любом месте, у тебя это твой храм, и ты можешь это делать. Да. И это очень-очень помогает, потому что вот мой наставник, да, он часто говорит, что вот он очень сильный там целитель, да, и он говорит, некоторые ученики у меня спрашивают, а почему мы не видели, что ты медитируешь, что ты молился, что ты пел мантры, а такой мощный поток. А он говорит, я с вами разговариваю, и у меня идет внутри практика. То есть я преподаю такие практики, которые, я, знаете, такой тренер-прагматик, я за то, чтобы не где-то летать в облаках, а за то, чтобы практики приносили практически реальный, ну, пользу, смысл и результат. То есть после практик должен быть результат. Энергии стало больше, не знаю, изобилия стало больше, настроение стало лучше. И вот мои практики такие, они встраиваются в обычную жизнь. И еще много лет назад мне показали, что настоящие правильные духовные практики, они в состоянии наслаждения. Если ты делаешь духовные практики, медитации, как вот поглядывая на время, как будто для тебя это обязанность, это не засчитывается там нашими духовными наставниками, Творцом. Правильные практики – это практики наслаждения. И такие практики есть. Как раз я такие преподаю. Михаил, скажите, какие практики вы могли бы порекомендовать нашим зрителям? И я могу порекомендовать вот самую простую, одну из своих любимых практик. Их множество, те практики, которые я преподаю, авторские, которые можно встроить в жизнь. Но вот самую простую и очень эффективную я могу преподать следующую. Значит, для этого вам нужно удобно сесть или лечь, да, расслабиться, удобно сесть или лечь, расслабиться, расслабить свое тело, дать ему такую команду, тело, расслабься, тело слушает наших приказаний, расслабиться, закрыть глаза или расфокусировать зрение. Второе, нужна точка контакта. Начните осознавать, что Творец прямо сейчас в вашей комнате. Просто начните верить, что вечный Дух, который сотворил вселенные, миры, реальности, прямо сейчас в вашей комнате, в вашей квартире, в вашем доме. Начните в это верить. Начните это осознавать. Начните это ощущать, что Творец рядом, что Он здесь, что Он рядом с вами, что вы дороги для Него, что Он вас любит. Начните это чувствовать. Начните в это верить, начните это осознавать. И потом мы делаем такую настройку, мы говорим, великий Творец, Создатель, я предоставляю свое тело тебе, вечный источник, ну, в зависимости от традиции. Кто-то обращается Бог, кто-то Творец, кто-то Источник, кто-то Всевышний, кто-то Вечный Дух, это все одно об одном и том же. И вы обращаетесь и говорите, я предоставляю свое тело, свою душу, твои любящие руки, обними меня прямо сейчас. Обними меня прямо сейчас. Подыши на меня прямо сейчас. И затем вот эта практика, она называется пропитывание, вы говорите про себя, не вслух, такой запрос. Наполни меня своим светом, про себя, как мысленно. Наполни меня своим светом. И делаете запрос, наполни меня своим светом. И затем утихаете и начинаете безусильно впитывать этот свет. Принимать этот свет. Наполняться этим сиянием. То есть, дорогие, это работает как насос. Вы говорите запрос, наполни меня своим светом. Это как от вас идет вектор. И потом вы начинаете насос как... То есть наполни меня своим светом, это от вас, и потом принимаете. Я принимаю этот свет. Я принимаю это сияние. Я принимаю эту жизнь. Наполни. И начинаете впитывать это. Это похоже, как будто бы вы плаваете в сиропе.
божественного присутствия, в сладком сиропе Его любви, и вы начинаете впитывать Его любовь, Его жизнь, Его сияние. Да. И затем вы говорите, допустим, наполни меня своей жизнью. И начинаете принимать и безусильно впитывать, наполняться этой жизнью. Осознавать, как эта жизнь окутывает вас, как теплое одеяло, пропитывает вас. И вы наполняетесь этими энергиями. И вот можно наполни меня своим светом, наполни меня своим жизнью, наполни меня своей силой. И таким образом вы пропитываетесь в божественном присутствии. Это вот одна из самых простых практик, которую можно быстро объяснить. Она очень эффективная. Если сделать 20 минут, ты встаешь, у тебя столько энергии, готов горы перевернуть. И уходит после этой практики любой страх и беспокойство. Я даю гарантию. Здравствуйте, друзья! Спешу пригласить вас в свою школу духовного развития. В моей школе вы научитесь авторским практикам поднятия вибраций, благодаря которым вы сможете практиковать, не выделяя формально для этого времени. В общественном транспорте, на прогулке, в обеденный перерыв вы сможете поднимать свои вибрации и соединяться с высшими силами. Также в моей школе большое внимание уделяется тому, чтобы вы научились видеть, слышать и ощущать физически своих ангелов-хранителей, своих духовных наставников. Вы научитесь целительству руками, вы научитесь очищению людей от темных энергий и сущностей. Вы научитесь очищению рода. Каждый из вас, завершив обучение, вы сможете любому человеку провести 4 сессии. Сессию ангелотерапии, сессию духовного целительства, сессию духовного очищения от сущностей и темных энергий и сессию очищения рода. Обучение построено таким образом, что со второго месяца обучения вы будете практиковать друг на друге. Это для того, чтобы все знания перешли в навыки, чтобы вы стали проводником чудес, проводником света, проводником эволюции, осознанности в своем городе, в своей стране. Дорогие, жду вас в своей школе.